it seems a foregone conclusion that Crimea is going to become part of Russia, but with thousands of Russian troops apparently massing on the border with Ukraine in the east of the country, a lot of people here think that Crimea is just the first part of a new look Ukraine, where half of the country, as much as half of the country, could end up becoming part of Russia. Вы сказали, что Крым будет может стать примером, да, для других регионов. То есть, если другие регионы видят, что действительно это прошло, Крым это получилось, то они, конечно, еще более активно будут как бы направлять свои действия все-таки наступление. А как какая часть Украины вот? Весь восток? Восточная часть, да. То есть в первую очередь, конечно, это Донецк, Харьков, Днепропетровск. Got buses that say they're bringing humanitarian support from Russia. A lot of this has been being shown on Russian TV recently to show how the Russian regions are helping out Sevastopol, are helping out Crimea, which they think will become the newest region of Russia this week. There's not too much unclear about what these people are voting for. I think, like most people in Sevastopol, they're massively in favor of joining Russia. Россия! Здравствуйте! Россия! 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 Вот это за это и голосует Севастополь сегодня, за объединение своей семьи с Россией. Сущность в том, что русский народ расцепили, разъединили. Часть русского народа называет себя украинцами. И их противопоставляет ваш милый Запад один другим. Для того, чтобы они друг друга погрызли, съели, и чтобы потом легче было управляться с теми и другими. Может быть, вы не согласны, но вот есть такая точка зрения. Вот. И, собственно говоря, здесь происходит воссоединение частей единого русского народа. Те украинцы, которые, вот нынешние украинцы, это тоже русские. Ну, немножко других примесей крови. Немножко другого речевого диалекта. А вам кажется, что скоро вот там и Восточная Украина, может быть, войдет в состав России? События развиваются так, что это очень вероятно. We're outside the party headquarters of the Russian bloc, pro-Russian movement here. And we're hoping that someone's going to come down and drive us out to one of the bloc posts, checkpoints that have been set up outside town. А противник кто сейчас? Наш противник? Нашим противником являются все, кто не хотят, как бы, не хотят сохранять здесь мир, безопасность, пытаются спровоцировать ситуацию. Все, кто идет против воли народа, все являются нашими противниками. А что именно вы делаете? Вот как вы охраняете? Что мы делаем? Да. Если мы видим конкретную провокацию, если нам поступает сигнал, что есть провокационные какие-то действия в отношении нарушения мирного города, мира в городе, ну или какие-то беспорядки, у нас есть группа быстрого реагирования. А были такие случаи? Было очень много таких случаев, конечно. То есть люди приезжали? Конечно. С Украины. А также мы обеспечиваем, у нас есть блокпосты вокруг города, которые просто осуществляют пропускной режим в город. Смотрим, если мы выявляем подозрительные личности, люди, которые неадекватно себя ведут и так далее. А у вас оружие есть? У меня? Да. Это секретная информация. У меня есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. У меня есть оружие. Объясните, вот вы сказали, что было много случаев просто провокации. А может быть, одну как бы интересную или там острую провокацию, которая была, вы можете рассказать, вот, кто именно приехал, как удалось предотвратить? Серега брали вот этих вот, четверых взяли. Ну, сейчас гоняем машину. Ну, я сейчас как бы не буду рассказывать, что было, но я вам скажу, что были ситуации, когда мы выезжали, и мы просто успокаивали людей, которые вообще приехали из Киева. Одна группа приехала, 10 человек на велосипедах, они подняли украинские флаги, начали провоцировать, подходить к людям, цеплять людей прямо на вокзале, и там предлагали деньги и так далее. Нам поступил сигнал. Мы быстренько выехали, подъехали на место,
и попросили людей, взяли им билеты на этот же самый поезд, который был ближайший, и сопроводили их обратно под контролем. Well, we're just leaving these guys at the Russian block party. They were telling us about all the provocations that have happened in recent days by Ukrainians, but when we asked for details, they were a little bit blurry. In fact, the only one they had that they'd seen themselves was that 10 people came from Kiev on bicycles with a Ukrainian flag, so it doesn't quite sound like the scariest provocation ever. And they told us to make sure that we show everything as it was, otherwise they'll come and find us. So hopefully they'll be happy with what we show in the end. These guys are taking us out to a checkpoint just outside Sevastopol. It's one of the many armed checkpoints they've set up on the way into town to guard against what they call provocations. Ah, we've got a knife, which should be useful if we encounter any fascists from Kiev on the way. Ну, по поводу настроения, что сейчас поедем в Киев. Ну, это как-то реально, вы считаете, или это... Надо будет, поедем. А надо будет вот в каком случае, вам кажется? Ну, если совсем там все будет печально, поедем отбивать у этих фашистов. То есть вы не исключаете, что даже Киев может стать частью России в будущем? Нет, ее можно только отбить от этого фашизма. Ну, скорее всего, только отбить, потому что это уже... Киев как бы не станет частью России, да. Киев, вот Юго-Восток... Возможно, часть отойдет тоже. So there's talk here not only about eastern Ukraine joining Russia, but these guys say that if they need to, they're going to go to Kiev to sort out the mess that's going on there. It's a pretty fighting talk. So this is the one of the entrances to Sevastopol. There are loads of these quite heavily armed guys here. They're checking every single car that comes in. Ребята. Маски подкидывайте свои, сейчас снимать буду. Ну, открой еще раз. А что случилось с людьми, которые носили вот это вот? В спецотделе. Переведи, пожалуйста, что здесь написано. Ага. Ну, здесь написано... Ну, это Румыния. Сделано да, Румыния. Сделано Румыния, да. А сверху? Да. Баллистика. Баллистика или да. Протектор? Ну, они, я так думаю, что это все сюда попадало для того, чтобы делать тракт. А спецотдел сюда? В городе, да? Ну, да. Спецотдел в специальном месте. Ну, предполагаю, что, скорее всего, уголовное дело будет возбуждено. Потому что там были бронежилеты, там были щиты, там были каски, там были ножи. Вот что-то типа такого, как вы видели у меня.